Приближается День города, и по традиции на празднике объявляются имена людей, которые внесли существенный вклад в развитие городского округа. Так будет и в этом году, когда исполняется 500 лет со дня первого упоминания Щелкова. На предпраздничном заседании Совета депутатов народные избранники обсуждали кандидатуру на присвоение высокого звания «Почетный гражданин городского округа Щелкова». Самые значимые награды в муниципалитете. От Совета ветеранов городского округа Щелково поступило ходатайство о присвоении Ивановой Нине Ивановне почетного звания «Почетный гражданин городского округа Щелково». От лаборанта в машиностроительном техникуме до инженера-конструктора на листопрокатном заводе. Так стремительно начиналась карьера жительницы Щелково Нины Ивановой. Но еще больших успехов молодой специалист добился, работая в городской теплосети. Прошла путь от теплотехника до руководителя. В то время это была единственная в Щелковском районе организация, которая поставляла в дома и учреждения тепло и горячую воду. В последующие 30 лет на разных должностях Нина Ивановна занималась вопросами ЖКХ, а общий стаж Ивановой в нашем муниципалитете составляет 56 лет. В свои 85 Нина Ивановна в строю, возглавляет первичную организацию в Совете ветеранов. Отмечены награды за заслуги перед Щелковским районом. А сегодня Совет депутатов рассмотрел ходатайство ветеранской организации о присвоении Нине Ивановой более высокого звания. О присвоении почетного звания почетный гражданин городского округа Щелково. Кто за? Прошу голосовать. Людей действительно очень много у нас достойных. Вот мы рассматривали как бы несколько предложений, кандидатур, но остановились на Нине Ивановне. Поздравляем Нину Ивановну с заслуженным званием. Нина Иванова не единственная, кого муниципальная власть официально поздравит с Днем городского округа. Почетная грамота Совета депутатов по предложению депутата Сергея Есина будет вручена ветерану труда Надежде Ивановне Абрашиной. В сентябре долгожительнице из микрорайона Чкаловский исполнится 100 лет. Предложение коллеги-депутаты всецело поддержали. Чтобы люди могли в праздничный день услышать, что вот такие люди есть, что в наше время, да, они уважаемы, они заслужены. Мы даже предложили администрации сделать подборку наших 100-летних граждан, которые уже 100 лет прожили и уже перешли даже этот рубеж. У нас их несколько. Вопросы о награждении были не единственными на повестке дня заседания. Народные избранники внесли изменения в положение о муниципальной службе вслед за федеральным законодательством. Суть их в том, что муниципальному служащему, как только он получил иностранное гражданство, предписано в 5-дневный срок уведомить об этом работодателя. Последний обязан расторгнуть с ним трудовой договор. Наши документы должны строго соответствовать всем федеральным законам. Идет изменение в федеральный закон, мы должны принимать оперативно, как можно быстрее, соответствующие изменения. Поправки в положение о муниципальной службе депутаты также приняли единогласно. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.